Здравствуйте. Сразу несколько вопросов было на форуме про версии технологии, то есть разные варианты изготовления одного изделия. Как это описать в программе, как использовать. Кое-что я уже раньше показывал, но решил записать еще один ролик. Во-первых, чтобы освежить, программа все-таки меняется. И во-вторых, собрать в одном месте все ключевые моменты по этой теме. То есть, как создать альтернативный вариант техпроцесса, как выбрать, какой вариант использовать, как назначить какой-то из вариантов по умолчанию и как выключить ненужный вариант. Пойдем по порядку. Как создать альтернативный техпроцесс? Посмотрим пример. Вот у нас есть деталь. Мы ее делали на универсальном оболдоне. Отрезаем трубу, точим, растачиваем, визируем пазы и слесарная обработка. Потом мы купили станок, современность ЧПУ, на котором можно за два установа такую деталь сделать. Напишем новую технологию. Ну и старую при этом тоже оставим. Если станок вдруг будет занят, то можем делать и по старой технологии, как до этого делали. С помощью меню подробно открываем окно коллекции компонентов. В этом окне у нас показываются все спецификации, техпроцессы и тому подобное, какие есть у нас в базе данных для выбранной позиции. На текущий момент тут у нас одна технология. Давайте ее для наглядности назовем, ну, например, на универсальном оборудовании. Пускай так. Теперь создадим еще один техпроцесс. Это можно по-разному делать. Один из способов, может быть самый простой, это просто берем мышкой, хватаем за существующий техпроцесс и вот так перетаскиваем его на пустое место. Оп, два техпроцесса теперь у нас. И второй давайте назовем на ЧПУ. Двойным щелчком мыши открываем обе технологии. Старую и новую. Новая пока у нас пустая. И в нее перетаскиваем то, что нам понадобится, то, что не изменится. И старый. Это отрезная операция и материал. Все, больше нам из старой ничего не нужно. Закрываем ее. И теперь добавим две операции ЧПУ. Ну давайте трудоемкость еще заполним. Номера поставим. Теперь у нас есть две технологии на нашу деталь. Это та, которая раньше была на универсальном оборудовании. И мы еще создали новую на ЧПУ нашем новом станке. Теперь давайте посмотрим, как выбрать какой-то из этих вариантов. Создадим заказ на производство. Добавим в него нашу деталь. Теперь откроем карту этого заказа в окне технологии. Про само это окно технологии я недавно выкладывал ролик, так что тут не будем повторяться. Сейчас обратим внимание вот на что. У нас подключилась наша старая технология, так как мы делали эту деталь на универсальных станках. Это потому, что мы никак в программе не указывали, какую технологию из двух следует использовать. И она взяла просто первую по порядку из тех, что у нее есть в базе данных. Но мы можем поменять и сказать, что нам нужно по другой технологии делать. Для этого нажимаем вот эту вот кнопочку «Выбрать техпроцесс» и, собственно, выбираем на ЧПУ. Как видите, теперь у нас по новой технологии будет наша деталь делаться. Так, с помощью кнопки «Выбрать техпроцесс» в карте заказа мы можем выбрать из имеющихся вариантов, по какой технологии будем изготавливать. Теперь давайте посмотрим, как назначить какой-то из вариантов по умолчанию. Это делается так.
Встаем на нашу деталь в справочнике номенклатуры. Вот у нас открыто окно коллекции, где наши два техпроцесса. Мы в своем примере сделали пока только два варианта, но вообще их тут может быть много. 3-4, там сколько нужно. Никаких ограничений тут нет. Так, в зависимом окне коллекции показываются все варианты, какие в принципе есть для выбранной детали. Чтобы нам в программе сказать, какой из них использовать по умолчанию, мы должны его как бы условно веревочкой привязать к нашей детали. Почему, вы спросите, именно привязать? Почему вы просто галочку не поставить, что вот эта технология самая правильная? Отвечу. Потому что привязать можно не только к детали, но и к другим местам, например, к строчке спецификации. То есть, если я условно беру веревочку, привязываю ей вариант технологии к самой детали, то это означает, что где бы я ни использовал затем эту деталь, программа всегда по умолчанию будет брать именно вот эту вот привязанную в детали технологию. Если же я привяжу вариант технологии не к самой детали, а к строчке спецификации, где указана эта деталь, то таким образом я могу в разных спецификациях привязать разные варианты технологии. То есть, если деталь используется, например, в одном узле, то по умолчанию программа будет брать вариант технологии, который привязан для этого узла. А если эта же деталь используется в другом узле, то там можно привязать другой вариант технологии для этой детали. Так тоже можно делать, и иногда нужно. И именно поэтому используется вариант именно привязки версии технологии для назначения его используемым по умолчанию. Он более гибкий, чем просто галочка. Итак, как привязать к детали? Помимо окошка коллекции компонентов, здесь вот через подробно, можно открыть также окошко связанной коллекции компонентов. И можно даже вот так вот их одновременно повесить на экране, чтобы и то, и другое у нас было видно. Соответственно, здесь у нас все техпроцессы, которые есть в базе на эту деталь, здесь привязаны к ней, как бы веревочкой. Мы берем здесь, копируем, сюда вставляем. Это у нас будет технологический процесс. Окей. Таким образом, из списка доступных технологий мы одну как бы взяли и веревочкой привязали к нашей детали. Программа теперь понимает, что надо по умолчанию брать именно вот эту вот привязанную технологию, когда эта деталь попадается у нас в заказе. Как это выглядит? Давайте создадим еще один заказ. Добавим в него нашу деталь. И откроем карту нашего заказа в окне технология, чтобы посмотреть, что у нас получилось. И как видите, теперь по умолчанию у нас выбралась версия изготовления на новом станке. Потому что именно ее мы и привязали как используемую по умолчанию. Что, впрочем, не мешает нам, как мы уже делали это раньше, с помощью кнопки «Выбрать техпроцесс», указать другой вариант. То есть сейчас, когда наша деталь появляется в заказе на производство, по умолчанию программа использует технологии изготовления на новом станке. Но если нужно, то я могу руками переключить и использовать старую технологию с помощью кнопки «Выбрать техпроцесс». Ну и, наконец, давайте покажу, как выключить ставший неактуальным вариант технологии, чтобы программа его вообще даже не предлагала нам выбирать. Это просто. Идем в справочник «Номенклатура», выбираем нашу деталь. Здесь у нас открыто окно коллекции, где список всех тех процессов, которые у нас есть в нашу деталь. Ну, если кто забыл, то открывается он с помощью вот этого меню подробно. Вот и наши техпроцессы. Нажимаем на нужном правую кнопку, чтобы открыть контекстное меню. Выбираем свойства и устанавливаем статус «Не действует». Все. Теперь программа понимает, что такой вариант технологии был, но сейчас он не используется. И если я, например, сейчас в карте заказа нажму «Выбрать техпроцесс», то программа, как видите, уже мне не предлагает тот вариант, который я выключил.
Ну, если нужно, то понятно, что я могу таким же образом обратно поменять статус техпроцесса, и он снова станет доступным для использования. Но здесь меняется у нас статус. Вот таким вот образом. Ну и на сегодня, пожалуй, на этом все. Надеюсь, это будет кому-нибудь полезно. Спасибо за внимание.